Уже в июне у жителей Поморья поводов для праздников может стать больше. К апрельской сессии депутатов готовится законопроект о праздничных днях и памятных датах Архангельской области. Какие праздники могут появиться в календаре, узнала Александра Ширяева. В фондах Архангельской области хранятся документы за 500 лет. Архивариусы могут найти в них повод для праздника на каждый день. Благо, история Поморья богата на события. Но изо всех отобрали 12 праздников и 24 памятные даты. Войдут ли они в новый законопроект, решит историческая экспертиза. Исходили из того, что многие праздники официально еще не закреплены, но регулярно празднуются. Такие, как, например, Дервиш в августе месяц. Многие исходили мы из таких дат, как боевые действия на севере. Это и события Крымской войны, и атака англо-французской эскадры на Соловки. Сейчас официально установлены только 3 областных. День отца в 3 воскресенье ноября, День животновода в последнюю субботу июня и День пчеловода 14 августа. Экологические организации предлагают отмечать День северного оленя 17 февраля. Список этот планируют расширить до 9 праздников. Каких именно? Вопрос открытый. Мы должны сегодня коллегиально принять решение. Для нас действительно ряд дат достаточно значимые. И, например, то, что касается меня, мне бы хотелось, чтобы в этом списке мы вспомнили наших юнгашей, например, да, мы вспомнили вопросы, связанные с интервенцией на русском севере, вопросы, связанные с Арктикой. Главное условие того, чтобы новый праздник или памятная дата были установлены официально, значимость события для истории России или области, в том числе для патриотического воспитания. Он должен быть подтвержден документально. Внести предложение в новый законопроект может каждый по электронной почте pravdev@dvinaland.ru. Это действительно способ дать уважение истории области, чтобы население Архангельской области больше знало и о людях, и о ключевых исторических событиях, связанных именно с развитием Архангельской области, с развитием устройства Архангельской области. Мы внесли проект областного закона от имени губернатора Архангельской области для рассмотрения на апрельской сессии. Перед тем, как новый законопроект будет вынесен на сессию, он пройдет не одну экспертизу и будет вынесен на общественное обсуждение. Александра Ширяева, Денис Линчевский, Регион 29.